Господи, слава Тебе! Господи, что могу хвала Тебе! Боже, все милостивый, благодарим Тебя! И пройди мимо нищих сир и вдов одиноких. Пошли им также все потребно для всей жизни и для будущего. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала, Тебе честь и поклонение, Тебе и Святой Дух. Аминь. Мы сейчас коротко разобьем. Стой на костер, ребят, подойди. Это помощники, которые все делают, если будет дождя. Если будет дождь, то все сохранится. Так, Ваня. Что это? Тихоныч, вы говорили, что хотя бы двух надо. А вот уже два добровольца есть, можно я пойду пасти? Ну ты не пошел, значит, только мне пошли на костер. Что теперь вопрос? Можно пасти? Ну он говорит, пасти его можно, нет ему. Кому, ему? Да. Конечно, можно. Ты что, сухар на колышке? Вопрос на тебя. Только на ногу вытешим, но другой дорог. Давайте, братья, идут пасти, с тобой дать по кусочку по одному хлеба и воды. Тимофея нигде не бросать. Кто за него отвечает? Паша? Ни на шаг нигде не отвечать. Постарайся палку найти, сгонять туда. Палку сейчас идет, а здесь палка. Чтобы палку нашли. У нас палки на дворе не валяют. А где мы? Паша, выходи. Стоп, стоп. 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 Я тогда тоже можно вышивать? Игнат Тигнович, я хотел попросить. Когда мы с дядей Никитой отвезем, можно когда мы с дядей Никитой отвезем? Можно я пойду учиться у Надежды Васильевны? Дядя Никита отдал. Дядя Никит, он когда я с вами отпустил, я пойду. Отпустишь, нет? Ваня! Куда? Раз я отдал, я тебе не распоряжаюсь. Дядя Никита, я тебя отпускаю. Так, все понятно? Просто не поднималась, не потягивалась. Все понятно. Все на этом. Поварам накрывайте в последний год. Это был мой день.